приехала, Машка мне закапала глаза. Мы не материмся в соцсетях с этого дня. В соцсетях нет. Маш, скинешь мне это видео, где мы с Соней обещали, что мы не будем есть маки? А то мы сегодня собираемся в СД. Всем привет! Мы, короче, вернулись с Иваново. Тут идет Соня. Короче, мы сейчас пошли в Серебряный город гулять. Да, Соня? Да, мы снимаем Марине опять влог, поэтому смотреть на титул. Не матерись, нельзя материться с 1 февраля в соцсетях. Не упади, пожалуйста. О, давайте... Нас два уровня, Марина, в снег. Ага, вы что, офигели, что ли? Короче, ты за руки, я за ноги, или наоборот? Нет, 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 нет! Рано уют домой, ну нет, мне нельзя пить, антибиотики пью. Пью. Мне Маша капает в глаза антибиотики. Да. Здравствуйте. Что ты мне еще скажешь, Соня, кроме здравствуйте? Обещали не идти в мак, но походу обещание. Обещанного 3 года ждут. Мы опровержение. Еда есть. Куда, блядь, я просто не хочу идти в мак, потому что у меня болит живот. Я не хочу, чтобы он у меня болел снова. А поэтому я не пойду. Только это Иваново. Мы живем в центре, главное. Маш, идем мы с тобой по пустыне. А знаете, никого нету. Губел. Last to drink Губел. Марин, она тебе засветит где угодно. Всем привет, это Мариша и Виктория Секрет. Мы снова пошли в перекресток. Сейчас покажем вам наши покупки. Покупчики. Давайте смотрим. Покупчики мои. А Вика пьет смузи, Вика на ПП. Да. ПП просто питание. Теперь вы поняли, почему мы такие стройные и красивые. Мы просто на ПП. Просто питание. Интересно, что там это было? Всем пока. Нет, пока. Я вас беру с собой. Это видео обзор. Там люди работают. Какая красота. My dear friend. Вот что ты тут делаешь, Вика? А как понять-то? Я на ободок смотрю. Вике понравился ободочек для принцесс. Да. Вик, ты принцесска. Конечно, принцесса, ты что думала? Всем привет. Это очередной влог. Мы собираем измерения. Все хорошо будет измерять. Не паду. 4, ой, 3, 2, 3, 2, 3. Мы тут, короче, делаем какую-то лабораторную, но мы не знаем какую. Это было
идет, да? Да. Все, все? Вася, ты что все надежды бросаешь, а? Она тебе, я сейчас дам тебе. Да-да-да. Видео? Видео с камеры тут вас снимают. Да. Личный дневник Марины. День 5 моего сумасшествия. Как я занимаюсь аналитикой? Мы уже третью неделю учимся, Вася, так-то. Ну, так это не сумасшествие. А, ну да. Не-не, она как приехала, мне уже кукушка едет. Нет. Вчера я нашла на дороге голубя. Он был очень вкусный, хоть и не прожаренный. А, я думаю, чем мы вчера ужинали? А я еще такое спрашиваю, Марин, ты где курицу нашла? Какую курицу? Ну так я такая. Давай дальше. Такая. Я не такая. Я вот такая-то. Вот так. Ты тоже попала в мой кадр. Наш процесс идет. Сегодня кто уже? Надо еще успеть сделать. Как мы все успеем? Делать что-нибудь. Смотри, вчерашний видос. Что, написал? Да. Оп. Еще добавили. Всем привет! Сегодня у нас субботнее утро, день. Мы с девчонками, там где-то Аня под солнышком, собрались, короче, на девичник. Это Дарья, моя подружечка. И там сидит Аня. Сейчас ее покажу. Вот она такая. Сегодня в Ликургу уже. Нет, нельзя. Я перевернула, потом новое видео включила. Мне тут принесли мой милкшейк в Буйской кафешке. Ой, прикольно, солнышко так светит на Ане. Это кто тут? Точнее говоря, отказывается работать в трудных условиях. Короче, ужас какой-то. Вот это, короче, наша машинка, а за ней находится гомункул. Вот такая у нас. Короче, у нас находится машинка стиральная. Тут, короче, всякие штуки стирать. Там вот белье висит, вот я ногами болтаю. Зря я, конечно, тапки надела тканевые, нужно было шлепки напялить. А еще у нас на зеркале мороз. У нас тут, короче, мини-сад. Вот такой сад. Мини-сад. Снимаешь? Я хочу быть в твоем блоге. Приветики. Это Ира. А это Юля. А это Соня. Звезда. С ногами тут размахала своими. Я вообще все ее видео смотрела. Сонь, привет. Hello, my dear friend. Расскажи 3 факта о себе. Я красивая. Я красивая. Просто.
Мы сегодня сделали тренировку. Сейчас расскажу свой план, а потом расскажу Сонин план. Мы сегодня бегали с Иркой. Я пробежала 4 по 150, а потом мы делали на пресс и на спину. А Соня сегодня просто, наверное, прыгала, да? Что ты сегодня прыгала? Я сегодня прыгала. Почему? Почему? Потому что ты языки показываешь, поэтому плохо, да? Сидишь просто. Пошли. Соня тут решила пресс поделать. Тебе удобно? Нет. Ну ладно, я тебя сниму. Могу снять? Если бы меня так не спасли. Знаешь, кого тут не хватает? Маша. Алена. Маша же не ходит на тренировки. Аленча. Ну, если она посмотрит этот влог. Аленча. Мы тебя ждем. Не хватает. Да. Мы закончили, короче, тренировку. И идем покупать шпроты на нашу новую стипендию. Наша новая стипендия. Стипендия, мы будем шпроты в жизни не купили. Конечно, это деликатес. Да стоит всего 100 рублей. Конечно. Так. Держи. Держи. Опа. Шлите. А! Мы сломали. Мы, короче, выходим из нашего хима. И идем в магазин. Да, Сань? Там медакадемия. Что ты расстроилась? Короче, нам тут рассказали одну новость. Что соревнование, которое мы бежим в субботу, махнет что-то там, да? Будет проводиться немножечко не так, как обычно. Надо сейчас включить. Короче, как нам рассказали, что у нас соревнование будет проходить не так, как обычно. И что теперь мы будем в манеж заходить по категориям. То есть Соня делает прыжки высоко, она будет отдельно. Я на нее не посмотрю. А я бегу 600 метров, и на меня тоже Соня не посмотрит. Меня это напрягает. Да, мы расстроились. Тут еще очень темно, сейчас мы вот идем мимо нашего Б-корпуса. Вот. Не, вот сейчас будет В, вот он. Переход. Вот, высокий В-корпус. Кипишка! Мы поперли в магазин. И важно, что мне играет стушка. Вот так, как красиво тут. Это вторая общага. Да, это Соня. Со мной Бэби Мама, на нее покажем все, что я не знаю. Сделаем новый мув, поставлю. Эта сука хочет денег! Камри 3, 5. Два дебила, это сила. Мы переходим по дорожку и тут. О, как раз это появился. Нет мозгов, зато красиво. Да, два дебила, это сила. Приехали на первый курс, это как бы. Ивановы город не вяз, приедешь в Кустав, приедешь без. Ивановские такие на версии вылупились. Всем привет, сегодня у нас суббота. Сегодня день. 27 февраля. Предпоследний день месяца. Предпоследний день месяца влогов, короче, вот. Сейчас вам покажу место, куда мы прёмся. Вот сюда мы идем, вот Энерго. Да? А вот девочки мои. Они с нами идут. Я вам сейчас экскурсию проведу по месту, где я тоже не была ни разу. Только нас могут перегонять из одного места в другое.
Да, Сонь. Не материться, что? Скоро Сонька будет прыгать, а я уже пробежала 600 метров. Правда, последнее заняла место, но главное участие, потому что я тренируюсь всего лишь немного. И нужно готовиться больше. Танцевала фонарики не очень. Потому что мы в химтехе, а химтех лучше всех. Вон там какие-то мальчики идут, а тут идет Соня. И прыгать скоро. Какие ставки ставим? Ставлю, что ты прыгнешь 1.5 метра. Ебать, я верю в тебя, что ты пролетишь 1.5 метра. В общем, скоро готовимся к Сониному выступлению. Пожелаем ей огромной удачи. И я сниму, как она это будет у нас выступать. Второе место заняла Соня Кузнецова. 140 метров. И следующим результатом, к сожалению, по крупному вступила. Третье место заняла Юрьева Юлия. Как небольшая фотосессия.